Well, thank you, brother. Praise the Lord. Спасибо, брат, и слава Богу. Amen. Аминь. It's a thrill to be here with you. Для меня это большая радость быть вместе с вами. And since you kind of introduced me, I won't take so long to tell everybody. Да, ты уже меня предоставил, поэтому никого не буду обременять еще своим представлением. But we sure love you. Но мы точно сможем сказать, мы вас любим. We love your pastors. Любим ваших пасторов. We call them part of our forever family. Мы называем их нашей семьей. We don't get to see each other very often. Часто мы не встречаемся. But when we do, we sure enjoy each other. Но когда мы встречаемся, мы друг друга имеем очень много таких приятных минут. And what an honor to be with you here at this special holiday. И очень большая для меня честь быть вместе с вами в этот прекрасный праздник. Wow, praise the Lord. Thank you for allowing me to come. Спасибо, что дали возможность мне приехать поделиться. Hallelujah. Слава Богу. My wife, I have to greet you from my wife. Я хочу принести мои поздравления или же поприветствовать вас от имени моей жены. She sends her love. We pray for you all the time. Она SMS-ка выслала часть своей любви. Мы всегда молимся за вас. We are believing God with you and believing God for you. Мы вместе с вами верим Богу и Богу за вас. Amen. Amen. Well, please repeat after me and say this. Повторите вместе за мной такие слова. God is good. Бог благ. His word is true. Его слово истина. And it works in my life. Работает в моей жизни. Amen. 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 Yeah, I've been so blessed just walking through the building here. Я очень был благословен тем, что я зашел в это здание. As a pastor, I know what you're involved in. Как пастор, я же понимаю, во что вы вообще вляпались. The ministry never stops. Служение не заканчивается. But then you have changes in the building. А потом начинаются перемены в здании. And I respect the fact that your pastors are preparing ministry for you. И я почтен тем, что ваши пастора, они приготавливают вам место для служения. That they want to have a place that you can call home. То место, где вы назовете это домом. You can celebrate the Lord. Вы можете праздновать Всевышнего в этом доме. And enjoy fellowship with one another. А также иметь общение друг с другом. And enjoy inviting the community to the place where you worship. А потом еще и приглашать других людей в это место, где вы имеете общение. Amen. Аминь. That's very important. Это очень важно. To have a place to call home. Место, которое вы называете домом. Amen. Аминь. Let's pray. Давайте помолимся. Lord, we praise you and we thank you for this opportunity. Благодарим тебя, Господь, за эту возможность. To enjoy you, Lord. Наслаждаться тобою. Enjoy you with our brothers and our sisters. Наслаждаться вместе с братьями и сестрами. Thank you, Holy Spirit. Спасибо тебе, Дух Святой. For speaking to us. Что ты говоришь к нам. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. For changing our lives. Что ты меняешь нашу жизнь. And thank you for this great holiday. И благодарим за этот прекрасный праздник. That we celebrate the deliverance of Israel. Мы празднуем освобождение Израиля. And celebrate the deliverance of God's people. Мы празднуем освобождение Божьего народа. Right to this very day in Jesus. Прямо в это время. Amen. In 1 Corinthians chapter 5, verse 7. 1 Коринфянам 5:7. The apostle Paul says. Павел говорит. Indeed, that Jesus Christ is our Passover. Воистину Иешуа наш пасхальный агнец. And he's sanctified for us. И он был освящен ради нас. And in the book of Hebrews, the author was writing to encourage the people. Об посланнике Евреям говорит, чтобы ободрить людей. You know, when you do something for God, sometimes it gets to be long. Что когда ты делаешь что-то для Бога, это дела кажутся без ограничений, то есть они сильно долго не исполняются, что ты делаешь. Sometimes the changes in our life take longer than we thought. Изменения в нашей жизни занимают очень сильно много времени. And sometimes when you're doing a remodel program, it takes a lot longer than we thought. А когда вы еще делаете ремонт у себя дома, тогда это занимает очень много времени. When the children of Israel were in Egypt, когда евреи были в Египте, it seemed like a long time. Похоже, что они там были очень долго. And they were crying out to God for deliverance. Они кричали к Богу о свободе. And it seemed long. И они казалось им, что это очень долго. Когда? But there came a day. Но пришло то время. And there came a night. Тот вечер. When God said, "Get ready, because I'm taking you out." Он говорит, готовьтесь, я вас вывожу. You're not going to be in bondage any longer. Вы больше не будете уже в
в рабстве. You're going to be a free nation. Вы станете свободным народом. I'll be your God and you'll be my people. Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. Amen. Amen. And see, that's still true today. И это истина до сегодняшнего дня. God wants to bring us out. Бог хочет вытащить нас из рабства. And he wants to be our God and he wants us to be his people. Бог хочет быть нашим Богом и чтобы говорить к народу. And it's great to be able to celebrate our deliverance. И прекрасно праздновать нашу свободу. And celebrate God's goodness. И праздновать Божью благость. And celebrate God's faithfulness to us. Его верность к нам. Because he loves us. Потому что он нас очень любит. And he never forgot his covenant with Israel. И он никогда не забыл свой завет с Израилем. And because of his covenant. И по причине его завета. God brought them out. Бог вывел их из Египта. But in the book of Hebrews, the writer was trying to encourage the people. А послание к евреям, он и тот, кто писал его, он пытается ободрить народ. Because it had been a long time now. Потому что это было уже как бы много времени прошло. Since they had been believing in Jesus. Даже того, что я как бы верил в Иешуа. And they thought they would already be in heaven now. Многие уже думали, что они должны же были отойти в вечность. Or Jesus would have came down and become king. Ожидали, что он уже, наверное, должен был прийти Иешуа на эту землю, стать царем над Израилем. They were going through some very difficult times. И, возможно, они проходили очень трудные времена. And we get tired and we want to quit. Но когда мы проходим трудные времена, нам хочется все оставить и все как бы забыть. Like going through the difficulties of remodeling a building. Похоже, когда мы чуть ли не уже вечность ремонтируем наше здание. Some weeks you come in, it seems like there's a lot of changes. Но когда ты приходишь где-то, если ты не был здесь неделями, думаешь, уже что-то изменилось. Then it seems like there's no changes. А потом есть времена, где вообще ничего не меняется. And you're ready for it all to be done. И вы готовы, говорите, когда уже это все закончится? But I want to encourage you this morning. Но я хочу вас ободрить в это утро. Just like the writer in the book of Hebrews was encouraging them. Когда тот, кто писал и послание к евреям, ободрил их. That God has blessed you. Что Бог благословил вас. And I want you to be encouraged. И вы должны быть ободрены. And I want you to remember. И помните это. That God remembers you. Что Бог знает каждого из вас. And he remembers your covenant. Он знает тот завет, который он совершил с вами. The covenant that you have with God and the covenant that he has with you. Бог не забыл свой завет, и этот завет только с вами. The law was wonderful. Хороший был завет в законе. The Bible says it was holy, it was righteous. Закон он праведен был. But it couldn't make anybody right with God. Но он не мог довести до идеала с Богом ничего. And that's why the writer in the book of Hebrews was writing to the people. Поэтому послание к евреям было послание к людям. They were from the nation of Israel. А послание к евреям. They had received Jesus as their Messiah. Они приняли своего мессию Иешуа. And it seemed like they were going through a difficult time. И через эту книгу мы видим, что они проходят очень трудное время. Not only were they persecuted by Rome, but now they were being rejected. И не только они были преследованы римлянами, но и теперь те, кто уверовали, были преследованы своими народами. They were losing their families. Многие теряли свои семьи. You know what this is like. И вы, каждый из вас знает, как потерять близких и родных. Many of your family have suffered. Многие ваши семьи страдали. In the nation of Ukraine. В Украине. Seems like almost every nation around you has attacked you at a different time. Похоже, что в разные времена в Украину атаковали разные народы и имели, как бы сказать, свой интерес здесь. As I read your history, I can see the miraculous thing that God has saved the Ukraine. Но когда я читаю историю, я читаю, что Бог сверхъестественно освобождал и хранил Украину. There's no greater story of the deliverance of the people of Israel from Egypt. И нет другой истории чудеснее, чем освобождение еврейского народа из Египта. And there's no greater thing than loving the Lord and living for Him. И нет ничего лучшего, чем любить Господа Бога твоего и жить для Него. You know, in the first chapter of Hebrews, he says, what God did with Jesus is better than what God does with angels. И в первой главе послание к евреям говорит, то, что Бог сделал с его народом, намного лучше, чем или с Иешуа, более чем с ангелом. Он превознес выше ангелов, да, его имя. Everything in the book of Hebrews is about how what you have is better. И послание к евреям говорится, то, что вы имеете сейчас, намного лучше, чем это было раньше.
And who you are today is better because of Jesus, but not only that, because of what God has done in the nation of Ukraine. Кем вы стали сейчас, намного лучше, чем вы были без Иисуса, да? Но и также намного лучше, чем Бог сделал, что было в Украине в прошлом. You're a special people. Вы особенный народ. You're a holy people. Святой народ. God is your God. Бог, Бог ваш Бог. No matter where you live, that's a wonderful truth to know. Где бы вы ни были, где бы вы ни жили, прекрасно знать, что Бог ваш, Он есть ваш Бог. Amen. Amen. I'm so glad the Bible's not an American book. И мне нравится, что Библия это не американская книжка. It wasn't written in English. Не было написано на английском языке. It was written in Hebrew. Было написано на иврите. It was written in Arabic. На арамейском языке. It was written in Greek. На греческом языке. On three different continents. На разных трех континентах. Asia, Africa, Europe. Где-то в Африке, где-то в Европе, где-то Азии. America didn't even exist. В то время даже Америки и не было как нации или народности. Amen. Аминь. So God's not a respecter of persons. Бог не лицеприятен. And God wants to do something great in your life. И Бог хочет сделать что-то особенное в вашей жизни. But many times we're always thinking, well, we're not as good as those people. Но часто мы думаем, о, мы недостойны, как достойны были те люди. I wish I was someone else. И мы думаем, о, лучше бы я где-то родился в другом месте или когда другим стал. I love the story of the Apostle Paul in Acts chapter 26. В 26 главе Деяния апостола мне нравится история Павла. He's on trial before King Agrippa. Он стоит перед царем Агриппой. He's in chains. Он в оковах. The king walks out in all of his glory. Царь приходит во всей своей славе. All he has to do is say, cut his head off, and Paul's gone. Да, если бы он приказал отрезать ему голову, так бы и произошло. Have you ever wanted to be somebody else? Хотели ли бы вы быть кем-то другим? Have you ever wanted to be somewhere else? Или жить где-то в другом месте? At that moment, Paul might have wanted to be somewhere besides where he was. Но в то время как раз Павел не хотел быть в каком-то другом месте, кроме того места, где он был в тот момент. But because he knew the Lord, но по причине того, что он познал Бога. When King Agrippa said to him, "You almost persuade me to be a Christian." Когда царь Агриппа говорит, ты почти меня убедил стать христианином. Paul said, "I wish everybody within the sound of my voice was like me, except for these chains." Он говорит, я бы хотел бы, чтобы стоял на моем месте, кроме тех оков, которые я имею. See, when you know who you are in the Lord, когда ты знаешь, кто ты в Боге, you don't want to be a famous rock and roll singer. Вам не хочется быть самым знаменитым рок-н-ролльщиком. You don't want to be a famous football player. Вам не хочется быть самым знаменитым футболистом. You just want to know who you are in the Lord. Но тогда вы в тот момент вы хотите знать, кто вы в Господе. And God was trying to tell the nation of Israel time and time again, "You're my people." И Бог пытался в течение многого времени говорить к Израилю, вы мой народ. I love you. Я вас очень I'll люблю. Never leave you. Я не оставлю I'll тебя, I'll never Израиль. Forsake you. Я не забуду о тебе, Израиль. And God brought him out. И Бог по этой причине вывел их из Египта. God showed his faithfulness and showed his love. Бог показал свою любовь и верность. And now in the book of Hebrews, they've been going a long time. А теперь мы идем к книге послания к евреям. They've been waiting. И также здесь они ожидают. You know, sometimes people prophesy. Иногда люди пророчествуют. I've been living long enough now. Я уже скажу так, я уже прожил долгое время. I remember in 1988. Я помню 1988 год. Somebody prophesied 88 reasons why Jesus was going to return in 1988. Я помню, когда было популярно 88 причин, почему Господь вернется в 1988 году. In August, on the 8th day. На 8 августа в тот день, да? It didn't happen. Это не произошло. Then he wrote another book. Этот мужик написал другую книгу. Why Jesus didn't come back in 1988? Почему Иисус не пришел в 1988 году? You know what amazes me is more people bought that book than the first book. И знаете, меня удивляет то, что люди купили вторую книгу и раскупили быстрее, чем первую. Sometimes when you wait.
Но в то время, когда ты ожидаешь, and sometimes when you're working, и когда ты действуешь, работаешь, and sometimes when you're going through a remodel, и когда вы идете через изменения вашей жизни, and sometimes when God's doing stuff in your life, а когда Бог делает еще что-то в вашей жизни, перемены, you know, there's times people will say, God, just change me. И когда люди начинают кричать, Боже, просто возьми и измени меня. And if they're not praying that prayer, и если бы достаточно было той молитвы, they're saying, God, change my husband, God, change my wife. Было бы хорошо, но они начинают молиться, измени мою жену, либо моего мужа. God, give me a new job, God, do something with me. Боже, дай мне новую работу, что-нибудь сделай со мной. But see, God is working. Но Бог работает, действует. God was working when he was preparing the nation of Israel to come out. Бог действовал в Израиле, чтобы вывести его из Египта. The 40 years that Moses was in the wilderness. 40 лет в пустыне. Боже, God was working. Бог действовал. Remember, God is working. Помните, что Бог, Он действует. Wherever you are in your life, где бы ты ни был в своей жизни, God is working. Бог действует. And what you have today is better. Потому что то, что вы имеете сегодня, намного лучше, чем это было вчера. Don't grow tired in the things that God is doing in your life. Не уставайте в том, что Бог делает в вашей жизни. You know, in Acts or Hebrews chapter 9. Евреям 9 глава. It talks about how that the high priest went into the holy of holies. Говорится о том, что первосвященник входил во святая святых. But it says not without blood. Но он входил не без крови. He had to do everything right. Он должен был все сделать точно по Писанию. One man, one day a year. Один человек, один раз в году. He went into the holy of holies. Ходил во святая святых. Everything was meticulous. Everything had to be perfect. Все должно быть идеально. So that when he walked into the presence of God, he didn't die. Чтобы когда он придет в присутствие Бога, чтобы он не умер. But see what Jesus did. И то, что сделал Иешуа. According to Hebrews 9 verse 12. Если мы читаем Евреям 9 глава 12 стих. Your high priest Jesus. Что Иешуа первосвященник. Walked into the holy of holies, but not without blood. Он вошел во святая святых не без крови. The Bible says he went in with his own blood. Но он туда зашел со своей собственной кровью. Because the blood of bulls and goats and lambs and turtle doves. Кровь тельцов и козлов они. They couldn't take away the sin. Не могли убрать грех. All they could do was cover it. Они могли покрыть грех. The Bible tells us how over and over every day. Как Библия говорит о том, что постоянно, за год в год. The priests were always making sacrifices. Первосвященники приносили жертвы. They were always shedding blood. Они все время проливали кровь. And even for the priest, because he sinned too. И даже за себя он приносил жертвы. He had to make sacrifice and shed blood for his cover his own sin. Чтобы покрыть свои грехи, он тоже приносил жертвы. But you see, Jesus didn't have sin. Но Иешуа не при Он не сделал греха. And his blood was without sin. И его кровь была безгрешна. So he didn't just cover our sins. Он не только покрыл наши грехи. He broke the power of sin. Но он разрушил грех. So when we celebrate Passover, когда мы празднуем Песах, the Bible tells us to remember. Библия говорит о том, чтобы мы помнили. We remember what Jesus did. Что Иешуа сделал. We remember who Jesus is. Мы должны помнить, кто Он есть. We remember the faithfulness of God. Мы должны помнить Его Божье благоволение. See, when you celebrate Passover, когда вы празднуете Песах, you're remembering what God did in Egypt. Вы должны помнить, что Бог сделал с Египтом. The greatest victory for the nation of Israel ever. И как он сделал большую победу в Израиле. But when you receive Jesus as your Messiah, но когда вы приняли Иешуа личным спасителем, you're also celebrating your deliverance from sin. Вы также празднуете победу над грехом и свободу от греха. And just like God brought the nation of Israel out of Egypt, и таким же образом, как Бог вывел Израиль из Египта, God has brought you and I out of sin. Бог вывел тебя и меня из греха. And he has completely delivered you and I. И он полностью меня и вас освободил. See, every time they went in and made a sacrifice for sin in the old covenant, в Ветхом Завете первосвященник приносил жертву за грех. There was a remembrance. И там всегда было воспоминание. Every time they did that, they were remembering there's still sin problem. И они всегда говорили о том, что там и проблема греха. Вспоминали, что есть проблемы с грехом. In the wonderful tabernacle in the wilderness, даже в
служение в пустыне. In the what beautiful temples that they built. И даже в великом храме, который они построили. With all the articles of worship that were in there. Все то, что принадлежало для служения в храме. There was no chair. Там не было стула. The priest could never sit down. Первосвященник не мог присесть. Because his work was always being done. Его работа была постоянна. There had to be sacrifices every day. Они должны были приносить жертвы. There was constant remembrance of sin. Некое воспоминание о грехе, что это он остался грех. But when Jesus went to the holies of holies with his own blood. Но когда Иешуа вошел в святая святых со своей собственной кровью относительно евреям, послания евреям. He sat down. Написано, что он сделал служение, а потом воссел. Because his work was finished. Потому что работа его была завершена. It was once and for all. Однажды за всех и за все года. All the people in the world of every generation. За каждое поколение, за всех людей в мире. And for all time. И за все поколения. Jesus doesn't have to sacrifice anymore. Иешуа больше не должен приносить жертвы. Jesus doesn't shed his blood anymore. Ему не нужно уже приносить себя в жертву. His blood was so powerful. Его кровь, пролитая на Голгофском кресте, настолько сильна. It says that he had the power of an endless life. Настолько сильна, что его кровь сделала нас вечными. Leviticus tells us the life is in the blood. Или послание к левитам, или книга левитов говорит о том, что в крови есть жизнь. And as our high priest, и как наш первосвященник Иешуа, he went in with his own blood, он вошел во святая святых собственной кровью, with the power of an endless life, силой вечной жизни. And he lives to make intercession for you and I constantly. И он сегодня ходатайствует за нас. I'm so thankful what they did in the Old Testament. Я так благодарен за то, что они делали в Ветхом Завете. Вот мы читаем то, что мы прочитали. It's so beautiful when you study it. И если ты изучаешь, это настолько красиво и сильно. It's so beautiful when they came out of Egypt. Очень красиво был выход, исход из Египта. It's so beautiful that God has never forgotten His people. И это прекрасно слышать, что Бог не забыл свой народ. Even when they turned to worship idols. Даже когда они отошли от Бога и служили идолам. Even when they were living in sin. Даже когда они преступления сделали против Бога, жили в грехе. God the Father pursued them. Бог как отец, он все равно достигал свой народ. And he revealed himself to them. И он открывался им. And he redeemed them time and time again. И искуплял их, искуплял и прощал. Delivered them from the attacking nations. Освобождая свой народ от других народов, которые атаковали Израиль. But when the high priest Jesus Christ walked in the holies of holies. Но когда Иешуа зашел во святая святых. And offered his blood. И принес собственную кровь в жертву. It made it possible for you and I to live without a consciousness of sin. И это позволяет нам жить без подсознательной мысли о постоянном грехе. When every day the priests were making their offerings for sin under the old covenant. Когда каждый день священник работал и приносил жертвы за грехи. Everybody was always aware of sin. Каждый человек имел подсознательную мысль, что есть грех, который доминирует. But what God wants you to live with today, но то, что Бог предлагает сегодня для вас жить жизнью, is an awareness of your right standing with God. Жизнью, которая будет подтверждать, что вы стоите правильно перед Богом. It tells us in the book of Hebrews in the 8th chapter, в 8 главе послания к евреям, that you and I can come boldly. Что вы и каждый из нас может прийти смело, войти с дерзновением. We can come boldly into the throne room of grace and find help when we need help. Мы можем зайти с хуцпой, да, перед троном Божьим, и если мы нуждаемся в чем-то, получить эту помощь. God could have called his throne righteousness. И Бог говорит о своем престоле как престол праведности. It could have been called the throne of holiness. И может быть это место святости. But he calls his throne the throne of grace. Но он назвал свой престол благодати. So you and I have access into the holies of holies. И каждый из нас имеет доступ во святая святых.
Under the old covenant, only one man, one day a year, could go into the holies of holies. В Ветхом Завете мы читаем, что один человек однажды в году мог войти во святая святых. Under the new covenant with Jesus, в Иешуа Мессии, and His blood being shed, по причине его пролития крови, all of us can walk into the holies of holies. Каждый из нас может зайти в это святое святое место. And we don't even have to be conscious of sin. Нам не нужно быть под бременем греха, чтобы туда зайти. We have a covenant with God. Но у нас есть этот завет с Богом. I was looking one day and this thought occurred to me. Я один момент мне мысль пришла. Noah never called God Father. Никто раньше не называл Бога отцом. You know, Enoch didn't call God Father. Енох даже не говорил о Боге как об отце. Abraham didn't call God Father. Даже отец Авраам не говорил о Боге как отце. Moses didn't call God Father. Даже Моше не назвал Бога отцом. Nobody in the Old Testament ever called God Father. И фактически никто в Ветхом Завете не называл Бога отцом. That's why they didn't like it when Jesus was saying Father. Поэтому как и не любили даже того слова, когда Иешуа говорил, что я и отец одно. But what the blood of Jesus has done. Но то, что сделала кровь Иешуа Мессии, it makes it possible for all of us to call God Father. Дала возможность нам назвать Бога Отцом. It's a new thing. Это новое. As much as they could love God, настолько, сколько мы можем любить, или они любили Бога, and as much as God loved Israel, и так сильно Бог даже любил Израиль, and He could be their God, и Он был их Богом. Nobody could call Him Father. Но никто не называл им Его Отцом. Nobody dared call Him Father. Но даже никто даже и не имел как бы смелости сказать Ему просто Папа. But Jesus called Him Father. Но Иешуа назвал Бога Отцом. And they hated Him for it. И фактически они возненавидели Его за это. But because of what Jesus did, you and I can know Him as our Father. Но то, что сделал Иешуа на Голгофском кресте, каждый из нас может теперь назвать Бога Отцом. Аминь. You have a close relationship with the Lord. У вас сейчас есть очень близкие отношения с Богом. See, that's what we're celebrating the Passover. И вот почему мы празднуем Песах. We remember. Мы помним. We are not going to forget what God has done. Мы не забудем, что Бог сделал. We're not going to forget the covenant. Мы не забудем завет. We're not going to forget how God brought them out. Мы не забудем, как Бог вывел нас народ. And we're also not going to forget what Jesus has done. И мы не забудем, что сделал Иешуа. We can celebrate both. Мы можем праздновать оба этих ивента. Because we see the greatness of God. Потому что мы видим Божию благодать. And we see the love of the Father. И любовь Отца. And He can call us sons. И Он может назвать нас сыновьями, дочерьми. It even says in the book of Hebrews. И послание к евреям говорит. That God is not ashamed to be called their God. И Бог не стыдится называть себя их Богом. Amen. Аминь. See, God's never ashamed of you. Бог никогда не стесняется. Sometimes people make вас. Us feel ashamed. Иногда люди пристыжают друг друга. They look down on us. И люди иногда сверху смотрят на людей. We made a mistake, we sinned. Мы делаем ошибки, делаем преступление или грех. But the Father doesn't look down on us. Но Бог не смотрит на нас свысока. He comes to restore relationship. Он пришел, чтобы восстанавливать свои отношения с нами. He comes to bring conviction, to bring relationship back. Он приходит, чтобы от нас обличить, чтобы приблизить нас к себе. See, you and I belong to Him. Ты и я к нему, и мы ему принадлежим. We're His people. Мы его народ. A royal priesthood. Царственное священство. A holy nation. Святой народ. We're God's people. Мы Божий народ. Amen. Аминь. It's a wonderful thing to celebrate. Это самая удивительная вещь, которую можем праздновать. Passover. Песах. Anytime you have communion. Каждый раз, когда вы имеете хлебопреломление. Every day. Каждый день. You get to go in the throne room of grace. Вы можете подойти в этот престол благодати. And have a connection with your holy Father. Иметь это отношение с вашим святым Отцом. Because you are God's people. Потому что вы Божий народ. Amen. Amen. Every now and then you just need to say it. Вам нужно сказать об этом. I'm God's people. Говорить, я Божий народ. Amen. Amen. Let's all say it. Давайте скажем, я Божий народ. Amen. Amen. Praise the Lord. Isn't it a wonderful thing to know? Это прекрасно знать об этом, правда? We don't have a relationship with a far-off God. Мы не имеем отношения к каким-то далеким Богом неизвестным. He lives on the inside of us. Но Он живущий в нас, внутри нас. Amen. Аминь. You know, знаете, I'll be closing with this story.
Я закончу вот следующим. You know, Jesus was arrested and he was taken to stand before Pontius Pilate. Иешуа был арестован и предстал перед Пилатом. And Peter was outside with the servants. А Петр, он был со слугами где-то в внутреннем дворе. And a couple of verses before that it says about Peter. И немножко как бы до этого говорилось о Петре, нечто. He followed Jesus from afar. Написано, что он сдалека наблюдал за, когда Иешуа взяли и увели. Он наблюдал сдалека. You know, some people, yeah, I'm a Christian, but they don't go to church. Есть люди, которые говорят, да, я верующий человек, но я в церковь не хожу. They never read the Bible. Они никогда не читают Библию. They don't want to be held accountable for their life. Они даже не хотят отвечать за свои поступки, свою жизнь. They're following Jesus from afar. Другими словами, они следуют за Богом, за Иешуа, так, сдалека наблюдая, что с ним происходит. See, that's what was happening in the Old Covenant. То, что происходило и в Ветхом Завете. They knew God. Они знали о Боге. They had a relationship with God. Они даже имели с ним отношения через Тору. But it really changed under the New Covenant. Но это все изменилось в Новом Завете. We don't have to follow him from afar anymore. Мы не должны и следовать за ним, как бы наблюдая сдалека. He lives in us. Он говорит, я буду внутри вас. We live in him. Мы живем в нем. What a wonderful truth. Это истина, удивительная истина. But somebody said to Peter, oh, you're one of his disciples. Кто-то сказал, о, ты же один из учеников. No, I'm not. Нет, конечно же. Yeah, yeah, you're one of his disciples. Ты один из учеников. And then somebody else said, I know you're one of his disciples. А кто-то еще сказал, подожди, я точно знаю, это ты один из его учеников. Do you know how you convince people that you're not a disciple of Jesus? Знаете, как вы можете убедить людей, что вы не являетесь последователем Иешуа Мессии? You just do what Peter did. Можете делать то, что делал Петр. Peter started cussing. Он начал ругаться, то есть по-английски так бы ругаться матом. You want to convince people you don't know the Lord? Если хотите удивить людей, что вы неверующий человек, just start cussing. Начните просто ругаться. Talk like they talk. Говорите, как они говорят. See, people know us because what comes out of our heart. Люди узнают нас по одной причине, то, что выходит из нашего сердца. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. Then the Bible says Jesus looked and looked at Peter. Иешуа посмотрел на Петра. And Peter and Jesus made eye contact. Иисус, Иешуа и Петр встретились глазами. And no doubt Peter's heart was broke. И не без какого-то сомнения сердце Петра было разрушено или как-то было обличено. But Jesus did for Peter just like he does for you and I. Но Иисус сделал для Петра то, что сделал он и делает он для тебя и для меня. He sought Peter out. Он видел Петра издалека. And he found Peter and he asked him. А потом, помните, он нашел его и спросил. Peter, do you love me? Петр, ты любишь меня? Yes, Lord, I love you. Да, Господь, ты знаешь. Peter, do you love me? Петр, ты знаешь, любишь ли ты меня? Yes, Lord, I love you. Да, люблю. Do you love me? Точно любишь меня? Peter was like, "Yes, Lord, I love you." Да, Господь, ты же знаешь, люблю тебя. Isn't it great that Jesus came to reestablish love and relationship? Разве это не удивительно, что Иешуа пришел, чтобы восстановить взаимоотношения? Amen. Аминь. You see, the devil wants us to think that God's done with us. Хочет, чтобы мы думали, что Богу уже мы не интересны. But God is never done with us. Но Бог никогда не заканчивает свою работу с нами. See, the devil wants you to think this building's taking too long. Может быть, дьявол хочет навязать вам идею, слушай, это здание никогда не отстроится, что это будет здесь? The devil wants you to think that you're taking too long. А дьявол хочет, чтобы вы думали, послушай, посмотри на свою жизнь. Oh. Сколько вещей еще не изменено. Oh, God, change me. И мы говорим, Боже, измени меня. I messed up again. Я опять пролетел. God is so faithful. Но Бог настолько верен. To come and restore relationships. Что Он пришел, чтобы остановить отношения. Hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you.
дайте мне за вас помолиться. Put your heart, hand on your heart. Положив руку на свою, на сердце. Father, I praise you and I thank you. Говорим, я благодарю тебя, Отец, и славлю тебя. For your holy presence. За твое присутствие. Not just what we sense when we come together to worship. Не только тогда, когда мы переживаем это время поклонения. That is so wonderful. Это так прекрасно. But also, Lord, your presence in me. А когда самое лучшее это чувствовать твое присутствие во мне. I remind myself, Lord, you never forget your covenant with me. Я напоминаю себе, Господь, о том, что ты никогда не прервешь свой завет со мной. Like you brought the nation of Israel out of Egypt. Как ты избавил Израиль из Египта. Because you never stopped loving them. И ты не заканчивал любить его. You're going to be faithful to bring me completely out. И ты будешь верным, чтобы вытащить меня из того состояния, в котором я нахожусь. Out of sin. Вытащить меня из моего греха. Out of condemnation. Даже, Господь, обмоя то, что я себя осуждаю. Out of fear. Вытащить меня из моего страха. Out of oppression. Давление. I give you permission, Lord. Я даю тебе возможность и говорю, да, Господь. To change me for your glory. Измени меня для твоей славы. I love you, Jesus. Я люблю тебя, Иисус. And I thank you, Lord, for being faithful to me. Я благодарю тебя, Господь, что ты остаешься верным. That you never forget your covenants. Ты никогда не забудешь свой завет. In Jesus' holy name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Аминь. Абба, мы благодарны Тебе, что в преддверии Песоха у нас сегодня удивительное время. Время восстановления наших путей. Мы назвали этот год год восстановления. И подходя к Песоху, мы благодарны, что можем войти в эти врата с хвалою. Песах открывает новое время. Время откровения. Время прощения. Время чудес. Время хождения с Богом. И сегодня у нас хлебопреломление. И это тоже не случайно. Не случайно. Мы не подбирали это так, чтобы попадало именно вот так. Но мы благодарны, что у Тебя времена и сроки, они удивительны. Что у нас есть гости, у нас есть люди, которые пришли на собрание, те, кто нас смотрит в прямом эфире. Есть люди, которые не могут быть на собрании по причине расстояния. Но я верю в то, что сегодня Джон сказал, что наш Иешуа, он дал нам пример назвать нашего Бога Отцом. Отцом, который заботится о нас. И если вы как родитель, понимаете, о чем я сейчас говорю, вот пример. Наши дети, они шумные, они бегают, они испытывают жизнь. Да? Первое кататься на велосипеде, что такое розетка, что такое высота, деревья. Мы понимаем, что вот эти ситуации, где они сложны. Мы говорим, не лезь на дерево, не бери велосипед, не вставляй отвертку в розетку. Но они это делают, чтобы почувствовать, что это. Вы знаете, они падают с деревьев, царапаются, побьются, переживают свои нарушения, да? Что мы делаем? Мы не стоим, говорит, ну что? Давай еще раз. Мы говорим, подожди, дай мне поднять тебя. Поднимай, говорит, я тебя люблю. Видишь? Я рядом. Я хочу с тобой пройти этот путь. Я хочу научить тебя. Я буду рядом. Сегодня так же самое в нашей жизни происходит. И то, что Джон говорил,
о том, что Бог, Он Бог рядом. Не издалека, а рядом, через Иешуа Мессию. Мы сейчас поднимем наши ноги в время поклонения.